Тот случай, когда Евгению Додолеву не нужно долго подбирать эпитеты, чтобы представить своего гостя. Культовый кинорежиссер Карен Шахназаров. Если ты что-то такое позволишь себе говорить, то с тобой очень могут произойти какие-то неприятности. Человек, которого не застанет врасплох ни один вопрос. В вашем цехе не все разделяют ваши политические взгляды. Люди, мужчины любят поговорить о политике, я не исключение. Творец, которого с интересом слушают. Что за эти 30 лет в индустрии изменилось? Есть вещи, которые нельзя говорить. Просто все об этом знают и не говорят. Гений, которому всегда прислушиваются. Я узнал недавно, что пенсия в два раза больше. Я считаю, что это совершенно неверная система. Золотая рыбка. Карен Шахназаров. В нем есть стиль. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».